В этом году празднование Дня Республики пройдет в Чебоксарах и Порецком районе. Подготовку к этому важному событию обсуждали сегодня в Доме правительства. Это первое заседание оргкомитета. Сейчас в деловой программе Чебоксарский экономический форум, межрегиональная выставка региона сотрудничества без границ и международный фестиваль фейерверков. Об этом рассказал членам оргкомитета министр экономического развития, промышленности и торговли Чувашии Владимир Аврелькин. Сейчас составляются списки участников, ведутся переговоры и согласования. В культурной программе праздника всероссийский конкурс «Русь мастеровая» и фестиваль народного творчества «Родники России», объявленный в Чувашии год матери и отца, станет главной концепцией многих праздничных мероприятий. Есть и другие идеи. Ведем работу, значит, есть согласованность пригласить в республику тысячный сводный хор детей, знать которого при президенте Российской Федерации. Центральная площадка мероприятий – Чебоксары. В городе проведут работы по благоустройству центральных улиц и залива. Будут украшены Чебоксары в национальной тематике. Еще одна площадка празднования – Порецкий район. Здесь организаторы планируют несколько экспозиций, в которых будут отражены история и современность, культура и образование, традиционные промыслы и кухня муниципалитета. Большое внимание будет уделено благоустройству территорий. У специалистов есть интересные дизайнерские решения по оформлению клумб, расстановке малых архитектурных форм. Татьяна Молокова, Мальвина Петрова, Андрей Шоклев, Республика.